Расскажу я вам, ребята, свою должность дипломата. Вот какие были там дела. Приходит немецкий генерал и дешевым басом заорал, что вы отдайте Украину как угодно властелину. Так велел вам Гитлер передать. Что вы отдайте Украину как угодно властелину. Так велел вам Гитлер передать. Я ему ответил обормот: ах ты, курва ебаный, твой рот. Мы ебли японцев в жопу, мы насрали на Европу, а потом на свалку повезли. Мы ебли японцев в жопу, мы насрали на Европу, а потом на свалку повезли. Приходит итальянский посел и говорит ко мне как осел, что вместе с Гитлером в Берлине, ну чему сегодня разговор о наших землях вел. Передайте господину Дуче, что земли наших хуй получит. Мы ебли японцев в жопу, мы насрали на Европу, а потом на свалку повезли. Подурник немецких генерала придумали собраться до Урала, но хуй мы на них положили, в Сталинграде распиздили. Вот какие были там дела. Но хуй мы на них положили, в Сталинграде распиздили. Вот какие были там дела. Приходит японский самурай и говорит: всю землю нам отдай. А не то седой Микадо землю всю до Ленинграда свойским самураев заберет. А не то седой Микадо землю всю до Ленинграда свойским самураев заберет. Самурай, ты блядский самурай, ты своему Микадо передай, что он кусок говна в салате, хуй моржаный он в томате, ты с него гандона не снимай. Что он кусок говна в салате, хуй моржаный, он в томате, ты с него гандона не снимай. Антонеску тоже хуй горбатый придумал собрать себе Карпаты, но хуй мы на ним положили, его тут распиздили, вот румыном такая зарплата. Рассказал я вам, ребята, свою должность дипломата, вот какие были